делать? Я хотела бы записаться на диспансеризацию. Как это сделать? Вы можете обратиться в поликлинику, на 122 перезвонить или подойти в поликлинику, у вас там администраторы запишут через информат. В городской поликлинике Белгорода приступил к работе колл-центр, который принимает обращения граждан по вопросам работы медучреждения и качеству оказанной помощи. Мы ответим на вопросы. Режим работы поликлиник, как сдать анализы, не ушел ли в отпуск врач, по вопросам диспансеризации, что входит в диспансеризацию, вакцинация. Также специалисты помогут тем, у кого остались нерешенные вопросы после посещения врача. Если вы не получили необходимый документ, подпись или остались неудовлетворены качеством оказанных услуг, не спешите идти в поликлинику с жалобами и предложениями. Просто позвоните по номеру 380606. Меня как руководителя удручает то, что на электронную почту находится время написать, прийти в поликлинику, дойти. Это здорово, что они приходят, но проблема решается все равно не сегодня. Почему-то игнорируют этот вид услуги. Позвонил за 2 минуты, задал вопрос, получил всю интересующую информацию, начиная от услуг ОМС, заканчивая прохождением профосмотров и водительских удостоверений. Мы расскажем все. На звонки отвечают 12 администраторов. У всех есть прямая связь с руководителями и заведующими отделениями. Так что любые возникшие проблемы помогут решить в кратчайшие сроки. Так, аллергических реакций нет? Нет. Особенно актуален сейчас вопрос вакцинации от COVID-19. Впереди осень, сезон обострения вирусных заболеваний. Поэтому заранее позаботьтесь о себе и здоровье окружающих вас людей. В последнее время мы отмечаем некоторый прирост температурящих пациентов. И, в свою очередь, отмечаем определенную активность со стороны наших пациентов в плане вакцинации. В последний месяц увеличилось количество желающих провакцинироваться. Мы готовы к любому количеству желающих пациентов. В полном достатке, в наличии есть все необходимые вакцины. Мы рады и ждем наших пациентов для прохождения вакцинации. Напомним, что записаться на прием к врачу и вызвать врача на дом, как и прежде, можно по номеру 122. Анастасия Ильина, Дмитрий Ерема, Белгород Медиа.